Полная тишина, сосредоточенный взгляд и только нажатие на кнопку контрольных часов заставляет на миг отвлечься от процесса. Шахматно-шашечный клуб в Центре социального обслуживания «Вера» был открыт в конце прошлого года по инициативе клиентов учреждения и сразу же стал одним из самых популярных досуговых направлений для пенсионеров. Сейчас клуб насчитывает около 20 участников, и с каждым днем эта цифра только растет. Люди занимаются, получают удовольствие, и понятное дело, что результатом той деятельности клубной, которой они занимаются, хочется им показать свои знания, умения, приглашают сторонние организации, районы, и проводятся такого рода соревнования, как турниры по шахматам и шашкам. Шахматно-шашечные турниры в центре «Вера» проходят регулярно. И несмотря на то, что участники клуба занимаются этим видом спорта лишь ради удовольствия, каждому из них всегда приятно удостовериться, что его умение лучше, чем у других. Поэтому все турниры заканчиваются награждением. Борис Коваленко, который занял 3-е место, предпочитает шашки. В них он играет со 2-го класса, а с 99-го года состоит в Шахматно-шашечной федерации Ленинского района. Будем играть, хорошо бы на областных еще, там среди пенсионеров. Ждем новых турниров, чтобы были новые победы. Для клиентов центра «Вера» шахматно-шашечный клуб – находка. За игрой они отдыхают душой, но в то же время совершают немало умственной работы. А ни для кого не секрет, что умственная работа продлевает жизнь. Тот, кто работает головой и мозгами, это ему полезно. Вот, шашки и шахматы – это вот то самое, чем нужно заниматься пенсионерам. И это замечательно на воздухе 4-5 часов заниматься вот этой умственной работой. Участники клуба приводят на игры своих внуков, чтобы и те с малых лет учились играть в шахматы или шашки и проводили время на свежем воздухе среди зелени. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Вид ДТВ.